Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Discovery 2006 года выпуска с двигателем 2.7. Сегодня у товарища на автомобиле приключилась такая история. Появился шум. На холостых ничего нету. Когда даешь газу, такой звенящий, лязгающий. Стою на трассе, сломался. Не могу понять, какой-то звук идет из двигателя, что ли. Вот сейчас работает нормально. Вот газую. Как передать его сейчас не смогу, потому что в данный момент этого шума не стало. Машина перестала после этого развивать мощность. Газу даешь, но автомобиль никуда не едет. Потихонечку разгоняется. Такое впечатление, как будто в аварию встала коробка. Но на самом деле подозреваем, что это турбина легла у автомобиля. Идет при... Ну, заводишь ее, так постоит, идет синий-сизый дым с глушителя. И уже звуков никаких нет. Газу даешь, она подгазовывает, но мощности у двигателя нет. Сейчас решили снять штаны с турбины, выпускную систему нашу немножко частично разобрать и потрогать вал вручную. Крутится он, не крутится, в каком он состоянии. А там уже будем заказывать турбину, отрывать кузов от шасси и менять, потому что так его заменить, не знаю, может быть, у кого-то и получается, но ту информацию, которую я посмотрел, такого сделать невозможно. Да ладно, сейчас мы заведем, покажу, какой дым, как работает, как она реагирует на педаль газа, и потом уже поднимем, будем снимать. Двигатель вот работает нормально, посторонних звуков нет. Обороты подкинуты, кондиционер включал, да? Кондиционер сейчас выключу. Вот такой вот дым. Топливо не сгорает. Сейчас вот кондиционер включился, оборотов добавил. Как его передать-то дым? Вот он идет на холостых, но он дымит. Вот я погазовал. Вот такое облако. Ладно, глушим. Поднял автомобиль. Вот здесь хорошо видно заднюю часть горячей стороны турбины, вот где прикручиваются штаны. Здесь кронштейн на раме крепления верхнего рычага. Отсюда подлезть что-то крутить не получится. Здесь вот подкрылок, под подкрылком у нас находится пыльник металлический, так скажем. Снизу, вот здесь вот, тоже подлезть тяжковато, но мы сейчас снимем, проверить, чтоб ее. Для этого нам надо будет снять вот эту траверсу. Подожмем раздатку и снимем эту траверсу, чтобы снять глушитель. Разъединим вот этот хомут и открутим спереди три гайки, и тогда уже сможем ее отцепить. Поставил вот упор в раздатку, поднимать ее особо не надо, ее просто чуть-чуть поджать, чтобы она у нас не падала. Выкрутил болт здесь на 18 с подушки, открутил гайки. Две слева и две справа. Гайки на 18, а болт на 15.
вытаскиваем их. И снимаем траверс. Теперь почистим и забрызгаем болт хомута, а то он здесь от времени, я думаю, закис очень хорошо. Пусть маленько покиснет. Ну и спереди болты, не болты, шпильки на гайках крепления к турбине тоже сейчас забрызгаю. Откисла эта гайка. Она... Нет, это на приемной трубе с глушителем отошла, крутится. А вот спереди я не могу ее. Она проворачивается, при том, та, которую удобнее крутить. Проворачиваются грани. Отсюда по-другому не подлезть, никаким ключом не накинуть, только головка. Вот гайку видно со срезанными гранями шестигранными. Открутить не получается, поэтому заказываем турбину, заказываем прокладки, шпильки, гайки, все, что требуется для крепежа, потому что это быстрее всего все поумирает. За 200 тысяч ничего этого не снималось, не делалось. Там все прикипело, приржавело. Так что будем отделять кузов от рамы. Будет продолжение видео. Ждите. Всего вам доброго.